В общем, где-то здесь нет нормального прижима. Вот так она должна быть. Сейчас, наверное, вот сюда вот надо будет подложить шайбу какой-нибудь. Сейчас посмотрим, что можно сделать. Снимаем заглушку. В общем-то, все очевидно. Сейчас открутим гайку и подложим, скорее всего, шайбу. Надо будет найти такую шайбу. Не она. У нас большая. Она 16-18. Голодки нет. Вот урода. Вот так теперь все это выглядит. Ставим заглушку и идем смотрим, что у нас получилось. Чистит очень даже достойно. Все хорошо. На этом всем спасибо за просмотр. Всем пока.